Всем привет! На одном сайте по продаже автомобилей появилось объявление о продаже ВАЗ-2101 1982 года выпуска за 1 миллион рублей. За эту цену, например, можно приобрести новую Lada Vest Sport. По словам продавца, авто полностью оригинальное. За 38 лет у автомобиля был всего один владелец, который держал машину в теплом гараже, поэтому пробег всего 70 километров, и судя по фотографиям, он находится в идеальном состоянии. На кузове нет следов ржавчины. Салон с черным кожзамом также сохранился в первозданном виде. Подкапотное пространство просто идеальное. 1 миллион рублей – это, наверное, высокая цена для автомобиля в таком состоянии. Например, в прошлом году был в продаже ВАЗ-2101 1974 года на раритетных черных номерах и с пробегом всего в 9 тысяч километров. Продавали его за 500 тысяч рублей.